Буревестник победно завершил год. В выходные ярославские баскетболисты принимали союз из Пензенской области. Оба матча, показанные на нашем втором канале «ГТ-регион», подопечные Бориса Соколовского выиграли. Итог первой встречи 71-65 в пользу ярославцев, а вторая игра завершилась со счетом 85-76 и стала четвертой подряд победой нашего баскетбольного клуба. Следующие матчи «Буревестника» ожидают болельщиков уже в следующем году. 9 и 10 января наши баскетболисты сыграют с клубом «Алтай-Баскет» из Барнаула.